целом по игре какие эмоции, как ощущения после победы? Матч тяжелый, жара сказывалась на вас? Ну, погода, да, внесла корректировки. Самое главное, выиграли, одержали важную победу на старте в Кубке. Поэтому все рады, все довольны. Едем домой. Как вам дорога в целом до Краснодара? Вы уже не первый раз добираетесь на поезде? Ну, опыт. Уже... Ну, мы не на поезде в этот раз. Вот. Но опыт есть, поэтому дорога хорошая. Да. Опять же, внесли корректировки после прошлых поездок и хорошо добрались, так скажем. Как погода сегодня? На Кубке было бы уверенно? Да нормально. Все равно лучше, чем в декабре идет. Поэтому все нормально. Много красно-белых футболов было на трибунах, болельщики Спартака. Как вы к этому относитесь, что в регионах Спартак приходит и болеет? Как будто бы громче, чем домашние. Так было с первого дня моего существования в Спартаке, поэтому это всегда приятно. Герби, эпизод с проведением Кузнецовского, потому что фотография видела, это действительно очень страшно, но загнали. Ну, наверное, вам было виднее, потому что у вас есть там повторы и все такое, телефоны. Вот. А я же в сам момент не видел, поэтому сейчас комментировать будет как-то некорректно. Но решение удаления, так сказать, игрока Краснодара, такое бывает. Удаление справедливое? А? Удаление же не прикрыто. Я же сказал, что я не видел. Я не видел. Ну, сильно повезло, что мне очень серьезно. Как мы сейчас разбираем? Сейчас медицинский штаб проверит все. Опять же, есть время, чтобы проверить все. Посмотрим. Скажите, как адаптировался Хисус Медина, шутили ли ноги? Ну, давайте следующий вопрос, пожалуйста. В этом сезоне насколько сложно будет конкурировать с Зенитом, по вашему мнению? Следующий вопрос. Вы зачитываете вопросы, да? Частично. Кто-то сказал, попросил задать вопрос. Профильная редакция не прилетела. Я понял. Скажите, пожалуйста, впереди матч со сборной, как оцениваете соперника? До сборной еще очень далеко. До сборной еще очень далеко. Хорошо. Еще просили что-то задать? Пока все. Георгий, как вы новички команды? Последний вопрос, как адаптация? Новички команды сегодня прекрасно видели Тео. Вот, забил гол. В прошлой игре дал голевую. Вот, соответственно, тренерский штаб грамотно подводит его потихонечку. Вот. Что касается Хесуса, то его время тоже придет. Все, спасибо.